have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у нас тут очередная серия экзанимы подкатила, хотя, судя из того, что я сейчас собираюсь сделать, я бы сказал, что... Здравствуйте, с вами очередная серия Jackass, и сегодня мы будем получать по заднице. Ну или типа того. Блин, я знаю, что я об этом пожалею, но я не могу пройти мимо этой двери. Оно меня потом будет мучить, поэтому... Фух... Джеронимо! Вы друг друга мочите, ладно? Я почему-то был уверен, что дверь открывается в другую сторону. Давайте, давайте, гасите друг друга. Да, молодцы. Он его по горбу нафигачил. Ай, блин. Да не меня-то бейте, друг друга бейте. Ой, еще и этот прибежал. Надо было, наверное, маску одеть, да? Здравствуйте. Вы можете друг друга мочить, нет? Куда мне от вас сбежать? До свидания, лошары. Я надеюсь, вы там убьете друг друга к черту. Придурки тупорылые. Ладно, где я? Я в безопасности. Ладно, я, наверное, в этой дальней комнате сейчас, судя по всему. Так, хорошая новость в том, что мне не нанесли красного урона. Плохая новость в том, что я без понятия, как я отсюда буду выбираться. Но ладно, ладно, моя бронька позволила мне пережить парочку таких ударов. О, такой сундук и пустой. Я понимаю, что в этом сундуке, наверное, что-то будет. Тут еще столик очень интересный. Вообще, местечко вроде как того стоило, чтобы сюда прорваться. Свечка. Я за свечкой, свечка в печку. Да, блин, серьезно? Такая комната, столько сундуков, столько всего и пусто, тупо пусто. Нет, стульчик не падай, пожалуйста. А, он упадет все равно, ну ладно. Ты кто? Нож. Вынь да положь. Это печать, да, у нас? Это печать, это печаль! А, ладно. Жилет с коротким рукавом. Ну и зачем-то мне нужно. Давайте в столе хоть что-нибудь будет. Угу, спасибо. Пенсне. Ну ладно, это не пенсне. Хотя, не, это пенсне. Чё это я? Вроде как бы... Блин, ну печально немножечко, знаете. Эти придурки там за дверью утихли. Они пару раз друг другу неплохо навешали. Будет ли здесь тайная комната или нет какая-то? То есть, ну я зашел, я ожидал, что здесь прям будет шикардос, но... Вы посмотрите, здесь пусто. Сколько потенциальных мест? Два сундука, два шкафчика, два этих, стол. Помните, как это? Две фотокамеры, две куртки замшевые. Блин, и что теперь? Может, они убьют там друг друга, не? Я хочу, чтобы они просто убили друг друга. Хотя бы одного, чтобы один убил другого.
Иначе мне смысла особого-то выходить нету, да? Давайте я, наверное, здесь нажму на паузу. Посмотрим, чем это все закончится, потому что это может все долго происходить. Давайте продолжим, когда я выйду из этой комнаты. Так, ребят. Тут что-то наклевывается, погодите. Я пока взял щит на всякий случай. Знаете, в чем прикол? А, вот они. Мало того, что они поубивали друг друга, тут вот этот вот чувачок. Фух, с великим мечом. Вот, он ко мне тоже прибежал. Посмотрите, какая штука. Латы. А это, кстати, не такие же, как у меня. Это такие же, как у меня, просто старые и ржавые, понятно. Сет точно такой же, как у меня, только старый и ржавый. То есть это на данный момент лучший сет в игре, который я видел. Но только смотрите, вот видно по вот этим красным вставочкам, что этот сет точно такой же, как у меня. Просто он на нем уже очень давно, он уже поржавел. За счет этого у него больше неудобства, то что он более ржавый, и за счет этого у него меньше, естественно. Я на секундочку подумал, что это вот этот чувак с великим мечом тут всех зарезал, потому что рыцари вдруг утихли, и тут вошел этот чувак. Но по нему тоже оставался один удар, то есть они и его покалечили, и всякое такое. Так, а меч этот, это обычный великий меч, да? Да-да-да, то есть такой же, как у меня, хорошо. Вот эта штука, мы ее уже смотрели. Угу. Огромная алебарда из твердого металла, слишком тяжелая и велика, чтобы быть оружием. Но она явно для этих големов, она не для этого. Так, у нас тут батареечки в чуваках. Это мы позабираем. Интересно бы узнать, что это за укрепленная батарейка. Ее тупо надольше хватит или она нужна для чего-то еще? Да. То, что вот мне написали в комментах к прошлой серии, что зеленая... Ну, по сути, синий — это электричество, красный — огонь, а зеленый — это жизненная сила. То есть батарейки-то, конечно, батарейками, но... Так, там никого, надеюсь. Они все работают по-разному, и вот я был немножечко в недоумении, почему меч тогда заряжается у нас от зеленой. Это жизненная сила, и меч у нас костяной же, а не железный, поэтому его регенерирует. Итак, бронька. Такая же, как на нас, да? Только похуже. Да, похуже. Смотрите, выглядит точно так же. Чуть-чуть тускнее разве что. И она без камушка. То есть с ней в комплекте идет камушек, но сама бронька без сокета, без камушка. Поэтому, ну, камушек, естественно, я заберу. Мне интересно найти вещь, которая будет жрать синий или красный. Потому что у нас пока две вещи, которые жрут зеленые. Зигурд, привет. Мне интересно, что это за вещь, которая будет жрать там кого-нибудь красный или синий камушек, и что она будет делать. Блин, прикиньте, найти какой-нибудь меч, который там заряжается огнем. Вот это было бы неплохо, раз мне сказали, что красные камушки — это огонь. Вообще огонь, да? Латные рукава. И тапочки. Так, кожаные ботинки. Так, ну рукава же мне не нужны, правильно? У меня... Да, у меня доспех прикрывает все. То есть... Теоретически нет, спасибо. Ребята, я хочу найти здесь чего-то большее. Я хочу найти что-то классное. Чё чернильница? Чё чернильница? Я хотел сказать, что за вещь тут чернильница. Я же сюда... О, здравствуйте. Так, в наши коробки еще влезет камень или нет? Еще влезет, хорошо. Я не знаю, зачем я их собираю. Никто почему-то из вас не пишет мне в комментах, нужны эти камни или нет, большие. Я их собираю. А вдруг они не нужны? Ну, то есть, они красивые и все дела, но я не вижу никакого пока что физического применения. Так, две дальние комнатки мы осмотрели. У нас еще осталось 4 боковых комнатки. Давайте заглянем. Фух. Ну, то есть, теоретически... От големов, если их только двое, то теоретически от них можно сбежать. Стоп, это ключ. Здравствуй, ключик. А на этом этаже я знаю только одну закрытую дверь. А на этом этаже я знаю только одну, пока что, по крайней мере, только одну закрытую дверь. Наверное, надо будет туда сходить, посмотреть.
О, этот этаж у нас получается просто какой-то бесконечный пока что. Мы сколько серий уже по нему ходим. Я не сказал бы, что я устал от него, но у меня такое ощущение, что пора бы закругляться. Вот, сейчас мы дооткроем последние тайны наконец-то этого этажа. Я еще, наверное, быстренько за кадром слетаю, посмотрю, что там. Ну, за кадром тут не так уж и далеко, чтобы за кадром бежать. Может быть, я просто сбегаю, посмотрю. Подходит ли тот ключик туда? То ли это, что я думаю? Так, ребят, я сюда поперся по единственной причине. Мне обещали легендарку. Где моя легендарка? Черт вас за ногу. Так, рукавички. Прикинь, сейчас какие-нибудь там легендарные трусы. Это было бы жестоко. Так, латные рукава. Нет, 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 нет. Я буду все вещи осматривать, несмотря на то, что они выглядят простенькими. Я боюсь что-то пропустить. Это место предусмотрено сюжетом, чтобы я сюда прорывался. Поэтому... О, кисет я тоже, кстати, возьму. А вдруг мне что-то понадобится. В кисет можно будет все вот эти монетки потом сложить, кстати, когда мы выйдем из этого уровня. Я сюда прорывался. То есть, по идее, монетки с тремя лентами не предусмотрено вообще игрой, в принципе. Поэтому попасть сюда вот так, как я попал, это был единственный способ пробежать через големов, потом от них ныкаться, надеяться, что не подохнешь. Гамбизон. Ну, я, конечно, рад всему этому. Ребят, дайте мне что-то стоящее. Ну, нельзя же так. Шкатулка. Шкатулку я тоже возьму. Я тут это, я прям реально корабейником стал. Не знаю, мне нравится собирать всю эту фигню. Ай, интересно, насколько сильно оно само весит, эти коробочки, шкатулочки, насколько они забивают мой инвентарь. Ребята! Так, получается, 4 из 6 комнат пройдены. И я, кроме двух батарейки из големов и батарейки из сундука, ничего не получил. Я начинаю потихонечку задумываться, что я здесь зря. Это не очень хорошо. Вот. Ну, я не скажу, что это было гиперсложно. Ну, с одной стороны. С другой стороны, я выстоял только потому, что у меня на данный момент то ли самая, то ли одна из самых крутых броник в игре. Вот. И мне въехало этим палашом, но не убило меня. Вот. И во-вторых, ну, сколько я ждал за дверью? Я за дверью ждал, ну, минуты 4, наверное. Пока они друг друга переколошматят. Причем приходилось их... Как бы плохо это ни прозвучало, потихонечку стимулировать, то есть открывать дверь и говорить: «Ку-ку, я здесь!» И они тогда молотили друг друга. И мне вообще повезло, что последним вышел из схватки рептилоид. То есть, что големы друг друга забили. Я опасался, что один из големов выживет. У-у-у, ты кто? Опа! Фланцевая булава. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте мыслить логически. Насколько это возможно. Тут, кстати, компас. Нам продолжают давать компасы. Ну уж не знаю. Так. Булавка, булавушка. Вместится? Ага, фиг там. Значит, давайте, наверное, вместо вот этого меча, что ли, вот так вот сделаем. Она настолько тяжела. Знаете что? Тогда я клевец уберу. Я вряд ли им буду пользоваться. Минуточку, меч у нас мало весит, клевец дофига весит. Да, все, нормально, теперь должно хватить. Смотрите, какой у нее вес! Смотрите, какой у нее вес. Она не влезет сейчас. А, не, влезла. Так, хорошо, хорошо, давайте экспериментировать, что она делает. Вставляем. Нет, блин, нет, не та коробка. Поскольку зеленые, нам сказали, что зеленые для жизни. Окей. Давайте синие. Сейчас я возьму одноручное оружие и попробуем менять. Электробулава. Что, блин? Электробулава, серьезно? Так, хорошо. Будет ли она... На красный камень на нее никакого воздействия не... Да? Ну, судя по всему, что красный камень на нее не воздействует никак. Давайте с синим походим. Да, блин. Синих у нас много.
А, интересно, другая фишка, жрет ли она этот камень, пока находится в нем? Синих у нас много, я могу немножечко поэкспериментировать. Давайте я похожу вот таким вот образом. Шоковая булава, твою за ногу. Похожу пока так. Это интересно. Мне просто посмотреть. Так, хорошо. Старый свиток. Бросить бы все, уехать отсюда, начать жить заново. Меня раздирают два мира и ответственность за то, что выше моих сил. Я слепо верился чужим решениям и также слепо исполнял их волю. Я нахожу, что не имея собственного мнения, не вижу никаких совершенных зверств, никакой науки, только пустые слова и упрямое эго. Как мы можем судить о подобных вещах? Да, я очень хочу оставить все позади. Чувак прозрел, он такой, да вы чё? Типа, я хочу свалить. А они такие, чувак, из мафии просто так не уходят. В общем-то. Так, хорошо. Если это, то тот самый артефакт, который нам обещали. И мыло. Типа, пойди помойся. Бегать грязным некрасиво. Логично, в принципе. Хорошо. Вещь с гнездом я нашел. Но я так понимаю, что вещь с гнездом — это максимальное, что здесь может быть. Это и будет тот самый артефакт. Я думал, что мне не на ком будет это протестить. А, я не вижу нифига. Чувака шарашит током, блин. Ну, согласен, неплохо. Чё у тебя был... Да не я. Полекс у тебя был. На самом деле неплохо. Я не знаю, насколько это добавляет урона, но чувак свернулся довольно быстро. Ладно, похожу таким образом. Значит, надо будет приглядывать за камушком, насколько быстро она кушает камушек. И я не знаю, может быть, сюда стоило вставить вот тот огромный камень. Ну, не огромный, а в смысле бронированный который. Давайте походим пока таким образом. Работает и работает. Щит у меня прокачан, не зря же я его качал. Давайте с этим артефактом полазим. Перечница. О, еще камушек. Отлично, отлично. Блин, ребята, может... Еще что-нибудь дадите мне, ну прям, ну очень хочется. Так, красный. А, все, не влазит, серьезно, блин. Это у нас черный кристалл. Ну я так понимаю, что он пустой, да? Этот полуразрядившийся. Так, ладно, давайте я пустой тогда выложу, положу вот этот. Я надеюсь, что черный кристалл у нас... Тоже, блин, ребят, ну напишите в комментах, черный кристалл — это черный кристалл или нет? Он пустой или он просто черный? Что с ним не так? Я его выложил, надеюсь, я не совершил никакую страшную ошибку. Так, печать, фигать. Такое. Дайте что-то хорошее, хорошее, пожалуйста. Нет, не надо, ладно. О, щит. О, щит. Так, хорошо. Я думал, что уже не найдется на ком протестить эту фигню, но вон, чувака мы завалили. Уехал он довольно неплохо с этой вещи, так что я похожу пока с ней. Опять же, мой костяной меч, он же никуда не делся. А знаете, что можно сделать? Блин! Сейчас, секунду. У меня есть гениальная идея. Сейчас, Р-ку. Вот так вот. И вот так вот. У меня будет... Да, давайте я вот так похожу. Этот кристалл уже почти слабым зеленым. Он уже почти сел. Надо будет его скоро поменять. Я буду ходить с булавой и мечом. Все, короче. А ну-ка. А тут у меня будет щит и булава.
Не, давайте тогда таким образом, чтобы у меня все честно было. Здесь у меня будет щит и вот эта сабля. А здесь у меня будет костяной меч и булава. Во! Вот так прям вообще убиватор 3000, по-моему, да? Так, ладно. По-моему, было довольно неплохо. Ау-ау-ау. Так, карту надо развернуть. Она же на самом деле вот так выглядит. Хорошо, ребят, сейчас, минутку. Хотела проверить, собственно, вот что. Единственная запертая дверь на этом уровне и единственный ключ на этом уровне. Да, это сработало. И, судя по карте, там мы перейдем, может быть, куда-то... Куда что? Вроде как тут переход на другой уровень. Но это вообще ни разу не точно. Вообще на стимовской карте обозначено, это место обозначено как патч, знак вопроса. Поэтому куда мы сейчас перейдем, я не знаю. И перейдем ли мы вообще, возможно, через... Нет, ну ключ, минуточку, дверь заперли и ключ к ней добавили. А это говорит нам о чем? О том, что, возможно, разрабы все-таки хотели, чтобы мы сюда попали каким-то образом, не? Тут коридорчик абсолютно, смотрите, он абсолютно пустой. В нем ничего нет, мы сейчас находимся вот здесь. И тут какой-то... Дверь с глазом. И големы, кстати. Дверь с глазом. Ну чё, ребят, рискнем? Нет? Я прям не знаю. Давайте, наверное, запись приостановлю и перезапущу. То есть это как раз то, что сейчас и произошло. Да, в эту дверь пока попасть невозможно. То есть они добавили запертую дверь, они добавили ключ, они говорят, ну пойди посмотри. Но сама дверь все-таки еще не существует, она на стадии разработки. Окей, ребятки, тогда давайте здесь, опять же, паузу. И теперь мы здесь. Пойдем мы обратно на рынок, другого пути у нас вроде как не осталось. Наконец-то, слава святым печенюшкам, мы полностью, блин, облутали локацию с големами. Там остался только босс, которому говорил, уже сейчас не пойду. Теперь мы на рынке, на этот раз мы пойдем направо. Ну что, налево я не помню, куда я там заходил, это было давно и неправда, к тому же там вход в канализацию, оставим этот проход, пойдем направо. Мне интересно, что здесь происходит. Кстати, давайте, знаете чем? Я довольно далеко бежал, выбирался из той локации, пробегал. Мне было интересно, насколько, наверное, кристалл этот просто так не хавается, он, наверное, кушается только когда я кого-то бью, что было бы логично. Надо будет... О, это снимается. Джин, выходи! Так, начинается блуждание по... Здравствуйте. А что тут такое? Начинается блуждание по базару. И, опять же, эту карту я не знаю чуть больше, чем целиком. Еще по той простой причине, что когда я искал в Стиме карты официальные... О-о-о! Ясно. Здесь мы не пройдем, причем вообще никак. В эту сторону мы зря пошли. Наверное, надо было прямо пойти или что такое, минуточку. А давайте убедимся, если в эту сторону только один проход. Только к этим кувшинчикам. Я подумал, может, секреточка какая-то. Ну, может быть, да, может быть, нет. Пока под вопросом. Хорошо. Давайте тогда будем держаться просто правой стороны. Музло здесь, конечно, такое настораживающее. В общем, нужно глядеть в оба, чтобы тупо не упасть. Потому что я понимаю, что если я упаду, я уеду на загрузку. А вот это будет вообще, на самом деле... Ну, не то чтобы нечестно. Все, правда, честно. Он упадет, убьется. Это я к тому, что... Ну, ладно бы, когда тебя убили в бою, и все нормально, все хорошо. А когда ты вот просто так вот тупо упал... Это тупо. Я бы не хотел, чтобы такое случилось. Ладно. Значит, давайте подведем некий промежуточный итог. Маленький такой. У нас осталась последняя неисследованная лока, насколько я понял. Вот, рынок. В рынке, конечно, есть своя канализация, и туда мы обязательно тоже сходим. А, вот эти сундуки. Я был прав, это сундуки.
Ножницы здесь... Ну, здесь портные были. Тут видно по оборудованию. Здесь портные сидели. У нас есть канализация, есть рынок, есть босс-голем. Хорошо, значит... А, кстати, ключик-то я использовал. В коробочку его все, он уже бесполезен. Тут нож для нарезки пиццы. Швейный инструмент, ага, расскажи мне. Коробочка, кстати, коробка большая. Давайте я ее тоже с собой прихвачу. Коробки — это полезная вещь, чтобы всякая мелочь... Вот, и вот как раз вот в эту коробку мы сейчас все монетки-то и сложим, чтобы они у нас тут не болтыхались. Мы вышли от големов, нам уже это не нужно. Я не знаю, просто будут они работать из коробки, не будут. Но вот как есть, положу их, и будет хорошо. Так, знаете, мне в какой-то степени даже немножечко не терпится нарваться на кого-то из этих рептилоидов. Окуляр. Покрытие. У окуляра есть покрытие. Переносится тебе, покрывает. Ладно. Так, ну здесь ничто, как говорится. Ой, шляпа. Красивая. Прикиньте, в броне, в доспехе и в шляпе такой Робин Гуд. Так, ну здесь, я так понимаю, лут-то не особо какой будет, правильно? Ну, чисто логически, что здесь делать легендарным вещам? Ну, даже не легендарным, это... Ну, здесь обычное наполнение обычного рынка, это я вполне могу понять, и у меня без претензий. Просто к тому, что, наверное, стоит губу-то обратно подкатить. Здесь не будет ничего такого классного. Хм. Но это меня не остановит от того, чтобы обыскивать. Стоп, что это? А, это... Мне показалось на секунду, что это книга. Это не книга, это пальто. Я бы какую-нибудь книжечку посмотрел бы, на самом деле. Так. Тут всякая ересь. Опа! Круглый щит. Обшитый сталью. Круглый, обшитый сталью. Но это что-то новое, как минимум. Давайте так. Это как минимум что-то новое. Он не выглядит очень большим. Я думаю, что по площади покрытия он будет чуть поменьше, чем наш. Мыло. А ты кто? Кольчужные поножи. Кольчужные поножи? А, у меня получше, да? Да. Или такие же, или получше. То есть, ну, окей. А главное, что они у нас есть. Я что-то забыл, что у нас под латами одеты еще какие-то кольчуги или что-то такое. А вот это что? Штаны. Во все стороны равны. Дверь, между прочим. Ну, давайте сходим, глянем. Не исключено, наверное, что я где-нибудь после этой серии все-таки поищу карту для рынка. Ой, а что это за фреска? На ней ничего не написано. Я думаю, просто узорная, да? Поищу-ка... О-о-о! Да, блин, вруби боевой режим. Фарш! Таш... На, чувак, уедь. О! Фарш! Ну, неплохо. Неплохо. То есть, я сейчас только что затупил просто чудовищно, пока искал, блин, где кнопка боевого режима, я что-то расслабился, пока я бегал. Вот. Чувачок, кстати, довольно крепкий. Да, мне вот указали тоже довольно справедливо, что они есть чуть побольше и чуть поменьше. То есть, они есть разные. Но смотрите, с этой броней и всякое такое, но он был практически не способен нанести мне какой-то более-менее урон. То есть, чтобы меня пробить, ему сейчас нужно прям реально замахиваться. Попадать. Блин, да вы серьезно? Это тоже проход в канализацию? Красава! Извини, корзиноголовый. Я не хотел с тобой так резко обращаться. Ну, выглядит как проход в это. Да?
То есть это выглядит как второй проход в канализацию рынка. Я просто гляну, докуда... Ты кто вообще? Иди сюда. Ну иди сюда! Да я не вижу тебя! Я тебя не вижу, понимаешь, чувак? Я думал, ты умер уже. Иди сюда, да ты за перегородкой прячешься, я тебя не вижу. Да ну что за драка-то такая? На, до свидания. Ну вот, он меня мог пробивать, потому что у него есть оружие. Оружие все-таки наносит хоть какой-то, ну, допустим, моральный урон. А вот эти чуваки... Ну, блин, ржавый лом, конечно, такой себе моральный урон. Так, тут такая тырдочка... А нет, не тырдочка. Это работает! Это работает. Тут можно включать лампочки. Так, тут у нас ржавая лопата для отгребания говна. Тут кувалда. Тут закрытая дверь. Я там слышу кого-то. Это рот. Офигеть! Вы видели, как он быстро отъехал? То есть... Ой, стой, стоп, это надо зажечь, если оно зажигается. Оно все зажигается. Блин, ну теперь-то другое дело стало ходить по канализации, ребятушки. Теперь-то стало другое дело совсем ходить по канализации-то. Ладно, я сейчас углубляться не буду. Я вот зажег две лампочки, я понял, где я был. Все, я валю обратно на рынок. Ну, смотрите, рот был опасным соперником. Настолько опасным, что ко второму я даже не особо-то рискнул соваться. Помните, одного я убил. А второй меня тогда завалил, и я тогда даже не стал его искать. Смотрите, как сейчас мы с ним расправились. Ну, я понимаю, что, наверное, это потому, что просто мы не дали ему шанса нас ударить. Но все же. Черт побери, мы его просто расплющили. Окей, вот это вот электрическое оружие. Блин, я согласен, это топчик. А, стойте, так это... А, нет, это не это. Я хотел сказать, это же то место, а это другое место. Минуточку, а есть возможность того, что рынок не очень большой, или это все бред, да? Так, сюда можно было пройти только... я, кажется, понял. Фарш. Фарш. А куда ты поб... Они убегают, кстати, от меня. До свидания. Мне показалось, на секундочку, я ему голову отрубил. Тут, конечно, такого не... Не предусмотрено, а жаль. Там кто-то еще бегает, надо пойти и поговорить с ним. Он тут где-то. О, дверями гремит. Так, погоня, это, конечно, хорошо. Но я не хочу в погоне что-то упустить. Тут вон торговали надгробиями. Ух ты. О, ты сам ко мне прибежал. Ну, то есть... О, окей, окей. Я хотел сказать, ну то есть, видите, он мне не особо что может сделать, но этот меня сейчас еще и вырубить может на самом-то деле.
На, отвали от меня. Я упаду. Да успокойся ты. Так, отходим, отходим. На, сдохни. Фух. Это было сейчас опасно. Я не знаю, с чего он так меня начал пробивать. То есть вы видели, до этого... они меня били, но у них практически не проходил дамаг или всякое такое. И тут вдруг бах, бах. Ну, наверное, в основном из-за того, что я застрял. Я оказался в невыгодном положении. И за счет этого, наверное, меня больше били, кстати, да, вариант. Мне нравится то, что красный урон не нанесли. Это-то я отрегеню. К тому же мы сейчас бились 2-1. Ну, в общем-то... Фух, пока что вроде затащили. Ладно. Мою спесь поставили на место. Я думал, что я уже тут практически непобедим. А фигли. Фигли. Так. Тут вот эти вот... Ай, дыры... Знаете, чего я боюсь? Что я как-то подойду, а оно обвалится все к черту. Ну, то есть, прикиньте, мужик в латах с оружием. Кстати, что у нас по оружке, по батарейке? Слабое голубое свечение. То есть, оно жрет батарейку именно во время драки. Все, я понял, хорошо. Этот кристалл мы почти израсходовали, но вроде как у нас есть... мыло. У нас вроде как есть нормально синих кристаллов. А с зеленым у нас что, кстати? Черный кристалл. Да, все, я понял. В общем, фишка в том, что зеленые, короче, кристаллы, когда пустеют, они становятся просто кристаллами. Выбрасываем. Вставляем вот этот зелененький. Ты его заточишь? Да, моментально заточил, смотрите, у меня половинки не хватало. Я вставил тот, который у нас сожрала маска. Там чуть-чуть оставалось, но поскольку мечу надо не так много для заточки, поэтому... А это случайно? Нет, это не то, минутку. Да, ребятки, извините, отвлекли. Так. Получается, у нас сейчас... обе оружки, ну, грубо говоря, на батарейках. Ну, на самом деле, насчет меча я не особо переживаю, потому что... Блин, вот эти штуки такие. Насчет меча я не особо переживаю, потому что он очень мало кушает. Ну, относительно мало, потому что мы с ним уже долго проходили, уже много кого лица сломали, а у него только сейчас батарейка закончилась. Насчет булавы, по-моему, она побольше кушает. Но, с другой стороны, у меня вроде как и синих камушков-то побольше, да? Или мне кажется... Открывается. Я думал, не откроется. О, я на улице оказался, да? А это случайно не... Выглядит как переход на уровень, да, ребят? А, серьезно? Это я сейчас оказался возле ямы. Ха. А почему мне говорили, что типа хочешь быстрее сдохнуть, иди сюда? Вот это на самом деле... Получается, здесь выход на базар, да? Да. Фишка в другом. Я бы, наверное, не сказал бы, что базар опаснее джанкшена. То есть, я бы даже больше сказал, на джанкшене у нас было 2 синих кренделя, которые мне надавали хорошенько. А вот пришел бы я на базар, допустим, со своим сетом оружия с 4 этажа. Что у меня там тогда было-то, кстати? У меня не было ни мечей, ни костяного, ничего. Что бы меня здесь встретило? Меня бы здесь встретили вот эти вот олени. Ну, которые рептилоиды. Что еще?
Тут же не проход, это просто арка, да? Да. Вот. Даже не знаю. Нет, ну я же говорю, я теперь понял, как и что, и куда я выхожу. А... О, привет. Ну да. Не, ну костяным мечом, они, да, они сливаются за два хедшота. Тут вообще без проблем. Я его сейчас обыщу, погодите, я просто... Не знаю, зачем я туда пошел. Так, кстати, на булаве, когда сядет батарейка, я так понимаю, что исчезнет электрическое сияние. Это у нас будет индикатор. То есть индикатор на мече, что он начинает тупиться. Индикатор... А это что? Что-то... Я ж тут только что вас убивал. Ну ладно. Значит, еще один прибежал. А, карта, что бе. Нужна карта. Причем нету стимовской карты. Надо будет искать какую-то левую или фановскую. Феновскую, в смысле, фановскую. Фановскую. Смешную карту искать, ага. Или еще что-то. Так, ржавая кувалда. Ржавая кувалда сияет серебром, она идет за мной, как след за карбом. Да ладно, ладно, авторские права, осторожней. Ну тут какие-то мастерские, понятно, тут вон молотки везде лежат и всякое такое. Венички, фенички. Бздынь-бздынь. Я тут сейчас на рандоме-то побегаю, конечно, посмотрю, что да как. Но мне кажется, что к следующему разу мне прям нужно будет обязательно найти карту. Потому что это опять все затянется на 3-4 серии, а я не хочу. Не то что... Нет, я хочу здесь бегать и наслаждаться просто тем, что я здесь нахожу... Что, блин? Это третий проход в канализацию? Это вообще одна и та же канализация или разные? Ну это вход. Да, это тоже канализация. Все хорошо, все прикольно. Вообще половина... Половина рынка ушла под землю. Ну что ты отступаешь-то? Ну и все. Ну и свали. Фарш. Я не знаю, но они такие, фарш. Что у вас сегодня на обед? Фарш. Что за нафиг? Это выход обратно. Не, ну я пока... Сегодня серия просто целиком из загрузок состоит. Так, ладно. Было бы неплохо, наверное, узнать. Это все одна канализация, соединенная, грубо говоря, тремя, четырьмя, десятью входами. Или как это все происходит? О, а вот это что? Мне показалось, это щит лежит. Это просто часть орнамента. Ох, блин. Знаете, по целой Локи ориентироваться не так уж-то легко, а по разрушенной... Булава села. Да успокойся ты! Даш! Да, короче, этот крупный чувак. Булава ему въехала неплохо, он такой, все, да, да, булава у нас перестает сиять, когда, да уйди ты, когда насадит камень, поэтому камушек мы вытаскиваем. Экономить их сейчас я, наверное, смысла не вижу, по той простой причине, что, во-первых, у нас синих довольно много. А во-вторых, так, надо перезагрузить анимацию, да? Надо снять булаву. Да иди сюда. Тут-то она начала сиять. Вот, а в руке не начала. Теперь она здесь тоже сияет. Во-первых, потому что у нас тут осталось-то пару лок, я так понимаю. То есть, вот рынок. Ну, вот подземелье под рынком. И потом мы, может быть, наверное, рискнем сходить к боссу. Уж не знаю, что нам... Стоит там, не стоит. Ну, наверное, стоит. Я хочу точно... О, еще кто-то бежит.
Иди сюда, иди сюда, иди сюда, чувак. Я как раз булаву зарядил. Да шо ты такой, прям это? Ну, эти прокачанные, да? На тебе, два хедшота, до свидания. Живой! А! Короче, она еще эффект шока вызывает. Вот так вот. Все, нормально. Вот эти ребята очень такие... Ну, то есть простенькие тряпочные, а есть вот эти вот, которые прям давят. Я так понимаю, это какая-то то ли вторая стадия у них мутации, то ли что-то такое. А из них уже потом... То есть чем дольше они мутируют, тем круче они становятся. Из них потом вылазят вот эти чубаки, которые мы встретили. Та вообще, наверное, не пуганная, ее никто не трогал. Дали мутировать там до неизвестных размеров. Знаете, у меня есть такая дурная идея. Вы же, наверное, уже поняли, да, в чем заключается моя дурная идея? Навестить нашего запертого друга на четвертом этаже. К тому же у нас тут проход есть. Не сейчас, и даже не в этой серии, но в принципе, я считаю, что мы достаточно растолстели, чтобы дать отпор. Вот, то есть... Ох ты ж, сколько тут... Кстати, вот этот кинжальчик. Блин, насчет кинжала, я так и не воспользовался этой теорией, и теперь на самом деле я не уверен, что имея такие оружки, я буду что-то делать с кинжалом, или что такое. Вообще у меня куча пушек. Ну, у нас сейчас пушки делятся на обычные и заряжаемые, так скажем. Вот, и ну, на заряжаемых когда-то же батарейка-то закончится. Заперто? Это интересно. Это интересно. Так, это колодец, я так понимаю, да? Хорошо. Можно сюда, можно в туду. Здесь, мне кажется, мы были. Или мне кажется. Или мы были. Подушка. Пушка, подушка. Тут дверь завалена. А сюда? Сюда можно пойти. Но здесь, мне кажется, я же говорю, мне кажется, мы тут уже были, да? Ну-ка, сейчас я по-быренькому проверю. Тут всякие швейные принадлежности. Капюшон. А я не помню, чтобы я видел капюшон. Сапожки? Нет, по-моему, здесь не были. О-о-о, инструмент башмачника. Ну, понятно, тут башмачники сидели. Сундучок. Сундучок выглядит хорошо, но в нем ничего такого нету. В нем обычная всякая шняга. Шняга-снаряга. Так. Так. Шкафчик. Шкафчик открывается. Хорошо. Я уже думал, что шкафчик декоративный. Нифига. Угу. В общем, тут творится полный армагедец. А что мы стали-то на месте? Блин, чувак, пожалуйста, не заглючь, я тебя очень прошу. Давай с разгону тут пройдем. Я не знаю, какая-то прям то ли невидимая текстура, то ли что. Так, я пришел-то отсюда вроде. Вот опять. Я нифига еще не понимаю, что происходит, где я, что я, зачем я. Так, ну это прилавки. Ладно. Знаете что, ребятушки, я был бы, наверное, рад какому-нибудь намеку, что я ищу. Ха-ха, можно было и так неплохо. Ладно, знаете, прикол в том, что вот эти вот прокачанные, средние, так скажем, чубаки, они, да, они довольно... Слиток железа. Это интересно, слиток бронзы. Тут что-то выплавляли. Они довольно жесткие. Я думаю, что если бы я пришел бы с четвертой комнаты и попал бы на этих свинтусов, то я думаю, они бы вполне могли мне навалять. Не вопрос. Я понял, в чем была опасность. Особенно, что их тут двое или трое. Что, сортиры, что ли? Серьезно? Кстати, знак паука вот этот вот, он везде. Залезь, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Та-та-та. Двери, через которые мы могли войти оттуда, я понимаю, да? Да, вот эти прилавки.
То есть, если бы мы пошли сюда, это мы сейчас кругаля дали. А сюда что? А здесь открытая дверь. Так, такое ощущение, что я тут уже был. О, тут вроде ничего. Я бы записочку какую-нибудь нашел бы, серьезно. Чтобы мне пояснили, что происходит. Было бы интересно. На самом деле записок здесь вроде как хватает, но я бы хотел больше. То есть лор этого мира мне интересен, я хотел бы больше. Я бы с удовольствием почитал бы... Я так понимаю, что моя ошибка в основном сейчас заключается в том, что я начал не за базового персонажа, поэтому у меня сейчас нет напарника, мне не с кем поговорить, не у кого спросить, блин, чувак, а что ты думаешь, и всякое такое. Но я очень сильно жду второго прохождения. Я не хочу это закончить поскорее, нет, но я очень сильно жду второго прохождения для того, чтобы все было по-другому, испытать какие-то новые механики. Честно, я себя чувствую довольно самодостаточно в одиночестве здесь. Я не жалуюсь на это, мне хорошо. И я не думаю, что, блин, я бы лучше играл бы, если бы со мной кто-то был бы. Нет, единственное, зачем я хочу с собой напарника, это чтобы можно было с ним потрещать на какие-то лорные темы, чтобы он мне мог что-то объяснить. Возможно, он сможет, возможно, нет, я без понятия. Блин, ребят, я запутался, к черту. Все. Я без понятия, где я нахожусь, как... Так, стоп, там кто-то ломится к нам? Это вот, наверное, опять же, проход. Ну да, да. Короче, мне они показались изначально ватными, вот эти вот, вторая форма их буду называть. Мне они показались ватными именно из-за того, что у меня вот эта вот крутая булава. Теперь я, кстати, вижу всю крутость этой булавы. На секундочку. Вот, что она дает шоковый эффект и всякое такое. То есть... О, что за интересное местечко? А, сюда солнце попадает, потому тут все проросло. А, это, кстати, очень прикольно. Зеленая комната. Зеленая комната. Она, кстати, круглая. Да, это будет отличный ориентир, если мы будем искать, где мы находимся. То есть, ну, круглая комната... Круглая комната — это довольно редкое явление, я так понимаю. Череп? Офигеть! Восковая табличка. А не череп ли случайно это, вот этих вот чуваков? Очень похоже, но это же явно не человеческий череп. Или явно мутированный. То есть, ну, что-то с ним не так. Давайте мы сейчас чекнем там еще одну закрытую дверку. Я знаю, что в другой стороне. Просто я тут слышал кого-то. О, дублет, триплет. Главное, не упади, не упади. Я ее хоть поднять могу, и то хорошо. Это же я тоже могу пошмонать. Могу, но тут, блин, всякое барахло. И тут всякое барахло. Я не вижу смысла, на самом деле, это проверять. Шляпа. Полная шляпа этот лут. Ладно, фиг с вами. Давайте мы сейчас дойдем до зеленой комнатки и там сохранимся, потому что... О, нет, сейчас вот этого чувака надо ушатать, потому что раз он уже вылез на нас... Ау, да ты чё? Это из этих, из крупных. Да что вы мне под конец серии-то повылазили? Они не дают мне разорвать расстояние. О, все, по-моему, я приехал.
нельзя дать им замах... Ах, черт. Так, ребят, погодите. Это становится интересно. Так, мы сейчас вот этого последнего замочим, я думаю, и нужно будет... Сейчас... Есть, да? Да, все, одного сложили. Все, ребятушки, тогда я не пойду до зеленой комнаты, я боюсь, там будет второй, а с ним мы встретимся уже в следующий раз. Давайте тогда на этом у нас пока что будет все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.